Так, здравствуйте, дети. Сейчас. Так, кто у нас дежурный сегодня? Посмотрите по списку. Ангелина, давай собирать тетрадки, ложи мне на стол. Ну, ладно. Сегодня, как вы видите, слышите последний день. И сейчас мы... Точнее, я буду ваши тетрадки проверять. Вы почему-то все в кофтах. А дайте мне тоже, пожалуйста. Спасибо. Где тут одевать? Такие у вас кофты. Кстати, кто пойдет этот в летний лагерь? Я пойду. Кстати, зачем вы мне напялили эту кофту? Ладно, я пойду. Молодец, Машенька, все вообще пиздали. Может, вы уже проверите тетради, мы пойдем домой? Ах, да, сейчас. Красная ручка. Помню, на 1 сентября мне дарили. Розовая ручка или красная? У кого нет красной ручки? Ну да, без дерева. Здравствуйте, дерево. Последний день маска нужна. Все одела я. Так. Сашенька. Всяким. Контрольная работа. Маша спрашивает у Вити, как дела? Он хорошо. Ну, вообще класс. Новая отличница. 10. Что? Слушайте, прибью. Я только должна отличницей быть. Размечталась. Теперь я отличница. Цыц, у Маши только одна девятка, еще в первой четверти была, а у Саши две девятки. Понял. А Маша обзывалась, показывала язык. Цыц, короче. Артем. Десятки даже есть. Ну, поставлю-ка я, ладно, на девятку. Антон. Так. Раз, два. Ну, я не сомневалась, две страницы не хватает. Тут остальные. Давай-ка... 3. Тем временем Антон. Не 2, а 3. Не надо ля-ля. Ля, я тебе сейчас такое сделаю. Так, Ангелина. 1 листочек, ладно. Так, поставим. Так. Ну, поставлю-ка я... Давай. Восемь, короче. Так, дальше. Два жирную. Тебе
Миша без денег. Что это? Два. Это вообще таким душным. Вообще молодец. Третий отличник. Серьезно, сядь. Что за кино? Готовьтесь к следующему уроку. Конец. Миша, бездельник. А давайте сгоняем столовку за булочкой и вы мне купите. Я. Ну ок, давай деньги. Какие деньги? Вот ты купишь мне за свои деньги. Ты чё оборзел? Стас. Здрасте. Ты чё, подстриглся? Ой, прости, ты как мы девочки, что ли, удлинил волосы? Да, понимаешь, да. А у Миши вообще волосы, как у вас. Миша-то это Миша. Отличницы. Привет. Ну, привет, мы уже как год учимся. Здесь я хочу вас познакомить с новенькой. С новенькой, хотя бы новенький был. Ну, не с новенькой, господи. Ну, кто там? Здравствуйте, я Мила. Знаешь, почему она ее зовут Мила? Потому что она милая, тихоня такая вот. Понятно, можно мне ручку? На, лови. Все, всем пока. Куда встали? У меня один вопрос. Как у новенькой? Одежда как у нас? Я не понимаю. Что, учительница, вы что? Вы забыли, что сегодня с ними день одинаковые одежды? Что, какая ерунда? Нет. Все, свидания, дети. До свидания. Иди подлечи зуб.